Десятки человек погибли в результате взрыва бензовоза в Танзании. В городе Морогоро, в 200 километрах к западу от экономического центра страны Дар-эс-Салама, произошла авария. Перевернулась автоцистерна. Местные жители собрались вокруг с канистрами в надежде раздобыть немного бесплатного топлива. В этот момент и произошел взрыв. Пламя очень быстро распространилось. Заживо сгорели как минимум 60 человек. Ранены свыше 70.